Продолжение темы. Наталья Комарова наградила спасателей и добровольцев, которые отстояли жилые дома у стихии. Речь идет о природных пожарах, которые совсем недавно подошли вплотную к населенным пунктам Советского района. Тогда плечом к плечу с профессионалами встали волонтеры. В своем приветственном слове глава региона говорила об отваге югорчан, проявивших героизм во время борьбы с лесными пожарами. Заслуженные награды получили 7 человек.